ребят, всем привет, ребят, с места. Сегодня будем играть опять в побег животных. Ну, да, я как-то странно выгляжу. Такой толстенький котенок. Мяу, дайте сосиску. Так, ну, эти жулики надо мной просто издеваются, эти жулики. Я никак не могу получить черненькую собаку. Да это вообще, я уже целый месяц играю. Но это, смотрите, у меня открыта змея, открыта черепаха, открыт вот тут жирненький котик, открыто два котиков. Такая собачка обычная, ну... И кролик. Давайте выберем вместе с вами, кого же мне поиграть. Давайте змейку. Да, давайте змейку. Она самая дорогая была. Ну, она 800 рублей стоила. Ну, конечно, она не за рубаксы. Она не за рубаксы. Но меня реально... Надо мной реально кто-то прикалывается. Я уже тут 10 разов проходила, а тут написано 5 разов. Ну, вообще издевательство. Я думала, что это... Ай, легкотня. 5 раз пройду и все. А я тут миллиардов раз, что ли, буду проходить. Ну, скажите, они прям издеваются надо мной. Да, я знаю, что у меня 0 денег, потому что я только что зашла. И давайте сегодня, знаете, на кого накопим? На носорога давайте. Ну, или... Или давайте... Вот, давайте. Давайте, короче, на... Давайте на вот это вот калибри, или как его зовут? Ну, так. Попугай, Серёненька, попугай! Да, они, наверное, издеваются, чтобы мы тут пучили себе глаза, чтобы никогда не отрывались от игры. А так-то мы тут... Я бы точно собрала этот ивент. Нет, не знаю. Пишите мне в Инстаграме то, что, ну, проходили вы, делали вы этот ивент, вот этот вот, добыли себе розового носорога и чёрненькую собачку. Кстати, я говорила раньше, что это невозможно становиться зараженным. Я сегодня уже один раз побывала, и это было так круто. Но я не успела заснять, потому что микрофон был занят. Ой, да, это обо что? Это скажите, пожалуйста, обо что я сейчас ударилась башкой? Печенька. Я советую лучше вам в автомате прятаться. Это самое надежное место. Прятаться в автомате. Меня в автомате не ловили никогда. Ну, практически никогда. Меня ловили... Ой, и мне постоянно с этой змеей проблемы вылазить. Меня поймали вот именно... Вы тут помните, меня поймали именно тут? А вот залазить вот... Вот смотрите... Давайте я вам покажу все сначала. Короче, сначала вы берете, становитесь с краешку. Да, у вас сразу животное на первое. Потом вот так вот. И вот. Ой. Ну, на компе это очень сложно делать. Я вообще на компе это ни разу не делала. О! О! Так выпалить можно. Давайте вот так вот постоим, в принципе. Мне и тот здесь не достанут. Не должен достать. Не должен. О! А помните, я вам говорила, что было, что, не знаю, что, я хотела бы, чтобы, вот, кидали денежки, вот эти вот, видите, которые за косточки, кидали в автомат, и оттуда мы падали, вот так вот, и они нас ловили, представляете, как бы было бы смешно так, тратили деньги и это... И обратно их получали, даже больше. Ну, я когда-то до тыщенки докопила. Ой, ты не упала? Фух, не упала. Мне кажется, что тут это самое надежное место на пауке.
Я в первой части, когда я снимала первый раз эту игру, я еще думала, что нельзя вот в автомат забраться. Потом, и помните, я увидела такого жирненького котика. И потом он на полку залез и на верхнюю, а я была в клетке, помните? И я попробовала тоже, и у меня все получилось. Так, у меня проблемы с этой змеей. Проблема с змеей. Спасите, помогите. У меня змея бешеная. И я предлагаю вам лучше покупать его. О, зараженная собака. О, елки-палки. Зараженная собака. Вы видели зараженную собаку? А вот это, вот это. Вот эта вот зараженная собака была. Вы видели, куда она пропала вообще? Куда она пропала? Куда она пропала? Собака, наверное, испугалась. Мне нравится вот это вот, вот этот вот котик, он потому что похож, напоминает мне пантеру. И такая игра очень занимательная такая. Поиграть обязательно. Я раньше боялась в эту игру играть, а сейчас, когда я так. Ну, советую вам лучше поиграть в эту игру. Не боитесь. Это игра такая добренькая, прикольная. Похоже на Adopt Me. Это я вам говорю любителям Adopt Me. Она очень напоминает Adopt Me. Только в Adopt Me дело в том, что там нету льва, нету змейки и много каких животных нету. Но это не значит, что вам нельзя играть в эту игру. Если, конечно, вас не будут выкидывать. Так. Так. Тяк-тяк-тяк. Тяк-тяк-тяк. Где же? О, печенька, печенька! Печенька, не убегай, не убегай, не убегай. Я сейчас тебе слопаю. О, вау. Так, надо быстренько, быстрее, быстрее. А вот же выход прямо. Главное, чтобы не закрылось. Вы знаете, какой пипец будет. Так, а куда это меня телепортнуло? Скажите, пожалуйста. Нет, только. Нет, 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 нет! Не ловите меня! Я добренький. Так. А теперь скажите, пожалуйста, куда телепортнулись дверьки? Там охот. А, что такое? Почему змея не хочет пролезать? О, моя родная печенечка или чипсинка. Да вообще у меня проблемы с этими чипсеньками. Не знаю, буду называть их чипсеньками. О, чипсона. Да, она мне слишком напоминает такую чипсу. Чипсы напоминает мне треугольники. Нет. Так, девочка, мне надоело уже по кругу ходить. А, ну ладно, все. Так. Так.
машина времени. Это был бы пипец какой-то. Что-то и проблема. Почему? Вот в клетках. А, все. Ах, опять эта девка. Так, уже одного поймала. Ё-моё! Что делать? Куда удирать? Печенька. Так. 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 О! Ха-ха-ха! Пока-пока! Пока, охотник. Не, ну... Где они берут вот эту вот, вот эту вот чёрную собаку? Вот, давайте приколимся над всеми. Давайте вот, вот сейчас прыгнем на кого-нибудь. А они такие, а что это там полетело такое? Давайте, давай. Ой, например, на котика давайте. Вот так замаскируем. Ой, ушел. А на кого мне тогда прыгнуть? Не знаю. Ой, ой! Собака, ты что меня скинула? Я хотела напугать или прикол сделать такой. Ну, знаете, прикольнуться можно вот, вот, вот сейчас. Опля, все. Вот так я хотела прям на голову. Ой, привет, собакен. Вот это мой самый нелюбимый момент, когда темнеет. Вот мне нравится утром. Пишите в инстаграме. Кто не любит вот такую вот темноту в этой игре? Вот я, если честно, не говорить, ну, я не обожаю. Я не люблю вот эту вот темноту. Я постоянно путаюсь, где черные эти. Так. А давайте притаимся вот так вот, притворимся, как будто бы мы игрушка такая, нас как будто бы разработчики поставили такие вот. Так, надо как-то замаскироваться красивенько, вот так вот. И будто меня нету здесь. Считайте, будто это игрушка, ну, замороженная такая, в автомате, чтобы нажать на вот эти кнопочки, я, если вы нажмете на все вот эти вот кнопочки, я вот так... Ту-ту-ту-ту-ту! И вот так вот свалюсь вон туда, и вы меня сможете поймать. Ну, если вы, конечно, мне дадите денежек, потом я свалюсь тогда туда, и вы меня поймаете. Что-то я не понимаю. Что-то не понимаю, а где все? Вот постоянно, когда я сюда прячусь, ко мне никто не идет. Да, ко мне никто не уйдет. Ко мне никто не идет. Ну, вообще, какое-то странноватое местечко. Ой. Боже мой. Там уже... Кого-то поймали. А, зачем я это сделала? А, печенька, печенька. Так, съела я косточку.
Так. Стоп. Стоп, ты что-то не понял. Так, о, давайте их кормим. Давайте сейчас опять попробуем кого-нибудь напугать, так как будто бы кому-то уже кто-то мне дал денежки, а я такая спрыгнула. Так, надо замаскироваться, значит. Как будто бы меня нету. И пыщ! Ой, мимо, мимо, мимо! Давайте еще быстрее, пока времени закончилось. Так. Как будто меня здесь нет. Так, все. Так, привет, привет, котик. О, давайте будем играть от себя вот так вот. Так. Так. Нет, ну, я не понимаю, в чем прикол тут? Прятаться. В чем прикол прятаться? О, давайте сыграем челлендж. Если я умру, то тогда... тогда я проиграю челлендж. Если не умру, то тогда я не проиграю челлендж. Кстати, я очень маскируюсь зеленым. Нет, я лучше буду тут прятаться. Так. Так, ну вроде мы спрятались. Вот печенька, печенька, бум. Иди ко мне, печенька. Так, что-то у меня только одна печенька. Нет, давайте лучше без челленджа, да. Потому что меня все равно поймали, потому что... Нет. Как-то... Нет. Как-то... Не хочется играть в этот челлендж, потому что я и то медленная змейка. Я даже допрыгнуть вот до сюда не могу. Кстати, когда играешь от себя, тебе покажется, что ты не в клетке, а просто такой вот. Так, идем за тобой. Песик, песик. Песик. Ой, что-то не видно из-за клетки ничего. Так, песик, уйди. Мне надо искать печеньки. Вот там. Это что? Это как тут? Это как? Это как добраться до туда? Так, что-то я не такая медленная, что. Ну вот паразиты поймали, блин, меня. Такую. Беззащитную змейку, которая вас не кусает совсем. И вообще, зачем им ловить нас, если мы нифига никакого вреда не принесли? Ну, нас уже 101. Мы уже скоро накупим на собачку. Давайте на все-таки собачку купим. Наверное, давайте, знаете, какую собачку купим? Давайте вот такую вот собачку купим за 200. За 200 купим. Нам еще не сильно так долго осталось. Привет, близнец. Кстати, у меня какой-то глюк постоянно происходит. То, что, знаете,
Либо вот тут вот, ну короче, вот тут вот такая статуя стоит, а я такая, да что за фигня такая, чего вы прикалываетесь, да что опять, ладно, пойду я все, может после уровня, я такая, да ёж, да хватит уже прикалываться надо мной, что это за статуя такая же, только с надписью, и то и она еще вот тут вот стояла, а все, она сильватула. Так, ну дайте меня уже модой стать. Так, давайте вот тут. Где-то вот тут спрячемся. Да, вот это тоже отличное место. Нас тут никто не найдет. О, только если, знаете, только если вот так вот выйти чуть-чуть, тогда нас точно найдут. А вот если вот так вот стоять, или вот под коробками, короче, вот так вот, и, кстати, заходите в Инстаграм, там у меня новые фотки появятся сегодня. Так. Так. Что такое? Что такое? Дайте мне спокойно под коробки залезть. Мне нравится больше прятаться. Нет, не под... И зачем ты сюда пришел? Фух. Пес, ты что меня так напугал? Я уже подумал, что ты зараженный. Да, правда, я подумал, что он зараженный. Так, давайте тут походим, посмотрим. Друг, где печеньки? Дука, если я... Друг, если я найду печеньку. Лучше бы меня заразили. О, печенька! А все, ее сожрали. Ну и керный бабуль. Ой. Ай, все, блин. Блинский. И перный карась. И что, теперь печеньки не могу брать. Ой, печенька, печенька. Так, на нее никто не возьмет. Да, вот так вот. Вот так вот мы не можем есть печеньку. А у меня нифига, я нифига никого не нахожу. Ну ё, перный. Так, бля, как котик туда залез? Так, что-то я не понял. Что-то не понял. А как сюда залезть? Не, ну дальше-то нельзя, я понимаю. Нет, я не понимаю, что такое? Обычный, я дошла его. Путыч. Котико. Мне 4 уже, классно. А ты уже и так зараженный ход. Так. Ладно, все, 20 этих. Ну, вот такой вот у нас. Да блин, да когда я уже накоплю, нет. Ладно, давайте уже я без видео накоплю на... О, давайте я без видео накоплю на попугайчика. Смотрите, какой милашка. Он такой яркий. Такой вот, как бы, милашка, но... Согласитесь, я буду копить на вот этот попугайчика. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!